Так. 11 июня. На берегу Волги. Погода шепчет. Алексеевич в семье отдыхает. Берег пока, вернее, берег чистый относительно. Волга не зеленая. Водица, конечно, прохладная, но терпимо. Соседи уже купаются. Кто-то уже собрался, уехал. Алексей сейчас будет делать что-то интересное для деток в плане еды. То, что любит господин Аполлон. Аполлонович. Иван. Так, всем привет. Ну, пока, наверное, трансляцию заканчиваю.